День добрый, на связи я, Мкабаски. Сегодня мы продолжим проходить GTA 3. Это 25-я часть, и сегодня нам осталось совсем чуть-чуть дособирать пакетики. И скоро мы с ними с вами закончим. Сегодня мы с вами соберем 6 пакетов. Если, конечно же, что-то иное не найдем попутно. А в следующей части еще 6, и все, с пакетами мы с вами разберемся. И первый пакетик спрятался здесь у нас совсем недалеко. И вообще удивлен, как мы его не заметили, когда проходили миссию РЦ. Вот он. Тут же машина стояла. Может быть, за машину он был, не видно было его. Так, 89. Потом. Следующий там, внизу, между зданием. Между зданием. Мы, кстати, говоря, сейчас получим с вами елку на базу. Это будет очень здорово. Здесь он где-то есть у нас. Найдем здесь. Угу, здесь. Нет, да, здесь. Самоводное убежище, доставлена винтовка М16. Здесь вообще здесь пакет остался. Так, третий сегодня мы заберем около госпиталя. Ну попутно сейчас зайдем в убежище, заберем винтовку. Ну все-таки сами понимаете, вещь полезная. Чего бы ее не забрать. Вижу ни одной причины для этого. Ну ладно. А вот и она. Сколько патронов? Ну, много. Или она у нас была, по-моему. Ладно, не суть, важно. Это не так важно. Важно, что она теперь у нас есть. Остальные 10 мешков нам дадут базуку. Не то чтобы она нам нужна, но, сами понимаете, я не откажусь. Не очень функциональная она. А, нет, все-таки она нам пригодится в одной миссии, точно. Не, ну а почему бы нет? Стреляйте, как деньги. Так, здесь последний, кстати, Пайн Крик. Там валить. Последний пакетик остался. О, господи. Пайн Крик. Пойдет. Вышли, ну ладно. Так, отлично, это 3 пакета мы взяли. Все, теперь нам надо ехать в аэропорт. Остальные все пакеты в аэропорту. Но сегодня мы доберем с вами, я думаю. Только еще 3 пакетика. Остальные потом. Пожалуй. Упс. Порт Фрэнсис. И нам надо в первую очередь взять с вами около пожарки. Пожар. Вот он, пожар. И вот он, пакетик. Угу. Там нет, мы проверяли. Одно, по-моему, где-то здесь будет один. Еще раз. Mm-hmm.
один. Чуть дальше. На самолет уже. Ну раз уж мы здесь, давайте прокатимся. Краем глаза посмотрим, может быть, это еще увидим пакетик. Чтобы в следующей части поменьше надо было собирать. Ай. Нет, ничего. Как-то подозрительно стояло там все это. Ну и суть. Куча трамплинов. Угу. Ну давайте воспользуемся. Каким-то из самолетов. А, кстати, интересный момент. И самолет взлетает. Опа, его не существует. А, прикольно, правда? А, казалось. Казалось. Вертолеты не юзабельны, к сожалению. Брони предусмотрены. Так же, как и те большие самолеты. Единственное, на чем мы с вами можем летать, это Додо. Каким-то из самолетов будет. О, такую камень оставьте. А я чего мучаю? Есть что-то перелезло. Ай. Непривычно. Ауч. Знакомое нам место, помните? Должен помнить. Сейчас найдем. Ай. Ауч. Где же здесь? Ай, это взлетает. Нормально здесь делаем. Что-то я не могу найти. Ай, обо что? Ну, блин, тут транспорта нет. Скоты. Ну ладно. Ну, это не он. Не его я хотел взять, но... А ладно, давайте искать все равно его. 5 пакетиков проще потом будет найти. Под вертолетом один. Кто-то под вертолетом. Под самолетом должен быть. Не. Ну, мы найдем. Тот, кто ищет, тот найдет. Вот он. Двое искал. Еще 5 осталось. Ай. И все 5 находятся в этом аэропорту. Ну, приедем, как я сказал, сюда, в следующей части. Прикольно, гладится. Конечно, можем сейчас побегать, поискать, но мы и так один пакетик взяли дополнительный. Не, если пока сейчас бежим, ищем отсюда выход, найдем что-то, я заберу. Просто я сейчас целенаправленно сейчас не бегу за ним. Там тачки есть, я вижу. Я их позаимствую. Ну. Фигалки. Хотя бы одну. Одну достаточно.
Все, собрали пакеты на сегодня. Хватит нас пакетов. А теперь трубку. По-моему, последний или мы две выполнили, да? Да, значит, тачка с бомбой. Some FS wired my wheels to blow. If I lose those wheels, my rep on the street will be dead. Pick up my car and take it over to the garage on St. Mark's, alright, yo? Let them defuse that. Let them take care of that bomb. The clock's ticking and the wiring is messed up. One pothole too many and that thing could blow. Now move it. Типа от конца карты. Еще на время. Ну здорово. У нас Сан-Паркер разве не встретит приятно? Не проще купить ноуточку. Что-то рисковать. А, блин, с той стороны, по привычке. А так камера была. Я забыл. По-моему, так. Да, так. Да, камера. Одну минуту потратить только. О, ну хотя бы машина быстрая. Да, на ней врезаться нельзя. Двигай к гаражу, но смотри, если сильно помнишь тачку, она взрывается. А! Взрывается. Фух, ну меня напугали. Не так сложно. Тачка реально крутая. Инфернус. Пожалуйста. Стрельба группировки не помешает. Надеюсь, не обратно на таймере придется отгонять. Да, на Инферусе приятно кататься.
Я уже забыл про Портленд. Так приятно сюда вернуться. Тачку теперь на полном порядке. А, теперь мне надо обратно. Окей, не сложно. Кстати, у них оружие посерьезнее стало. На филозе. Отремонтируй тачку. Вы уроды. Вообще в шоссе Эдвейли там есть ремонт. Специально, чтобы снимать геймплей, да? Вообще не должно было быть это выступление. А дальше поедем обратно. Ну, обратно в смысле на этот. Встал там. Потому что я не припоминаю здесь ремонт. Может быть, он и есть? Но... Наверное, и есть. Но проверять не буду. Проще съездить. Нахрен ты перестраиваешься, сейчас тебе покажу, я за ним устраиваю. Вот зачем? Просто так? Из ведности? Теперь вспоминаю, где он находится здесь. Ну так, ориентировочно помню. Но очень ориентировочно. Могли бы хотя бы на карте показать, где можно починиться. Это я все это не знаю, если человек ничего не знает. Мне интересно, если бы какой-нибудь утвердил, у него сейчас не врезался, а пострелял бы. То же самое будет. Запросто.
ссылку, и потом дверь гаража открылась. Ну ладно. Get out the damn car! Сука! Что ты сдох на спину? Уже, наверное, не сдох на спину. По-моему, его хватит. Ладно, не беда. Если я ничего не путаю, а я обычно ничего не путаю, здесь можно чиниться. Только вспомнить, где конкретно. По-моему, есть такое. Сейчас найдем. Если нет, это будет очень печально. Совсем печально, даже сказать. Могли хотя бы первый раз показать вот такой городе, что находится. Мы приехали в Стаунтон, нам показали. В Портленде нам все показали по обучалкам. Ну, как покажи миссии, так сказать, обучающим. Тут нам ни хрена не показывают. Крутись как хотите, это самый мягкий. Ну, там я матом могу грузиться. Не буду. Ладно. Ладно. Окей. 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 В каком-то из этих, помните, где там гараж был с платными этими, туда можно вроде как в какой-то гараж заехать, и меня починить. Тут главное не в бомбу не заехать, а то бомбу поставить. Где это находится? Сейчас найдем. Это было рядом с полицейским участком, вроде как. То мне придется обратно ехать, пипец. Да, вот. Если я не путаю еще. Вообще. Бля. Но опять же, это предположение. Нет. Нет, 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 только заставьте меня ехать обратно. Подождите, тут еще где-то тейтбол. То есть тут уже можно минировать тачку? Можно. Значит, где-то... Значит, где-то же здесь, где эту тачку можно минировать, там же, наверное, можно и чинить. Я так предполагаю, скорее всего. Я вообще тут не чинился, по-моему, никогда. Ну, может, один раз, там. Никто не понесли. Когда это было? Ну да блин, быстрее уже просто съездить в Портленд, вот так чиниться. Ну уже дело принципа, знаете. Тачка, понятно. Шо? Поехали чиниться теперь. Где она находится? Значит, истерика начнется. Вот такой игровой справедливости. Шокнусь. Пипец, это... Причем хочу заметить, от начальной точки до конца мы доехали на... Когда под бомбы были, причем на время. Ладно, еще будет время.
раз, все по 10 раз делать. Сейчас опять будет какой-то инцидент. Мне надо, наверное, прикалываться. Чисто за зачем подержать. Нам нужна мастерская. Зашел. Просто один вопрос. Зашел. За все хорошее. Ну, а это да. Не буду все хорошее. Сейчас опять пятенка зайдет в жопу эту миссию. Ну, эти маршруты тоже уже так называли. Было прикольно, если бы когда они прыгают на машине, или машины с ними контачат, в таких случаях, то бампер ломается, например. Ну, здесь вряд ли что-то ломается, в зависимости от множества факторов. Ну, не суть. Нам бы из этого сейчас бы запороли. Ну, тут хотя бы недалеко. Вообще-то должно действовать такое правило, чем дальше от ремонта ты уехал, тем аккуратнее надо ехать, и обычно наоборот. Вначале чинился, сам сидишь аккуратно, аккуратно, потом расслабляешься, когда уже стою миль проехал. А потом опять влезаешься и едешь обратно. Я не понимаю, почему этот мост открывается и закрывается. Ну, в реальности это делается для того, чтобы мог пройти корабль. Но проблема в том, что здесь корабля нет. Никакого корабля еще не проходит. Зачем это делать? Конечно, да, прикольно выглядит. Может, понты. Сами это сделали. Высоко вероятно, что да. Но это не точно. Сейчас опять подставлю. Знаете, не видишь самого цели. Пока там дальше не читаем. Сейчас режемся. Не проедем.
Фу. Задание выполнено. 20 тысяч всего лишь. Я бы руки тому оторвал, кто придумывает такие миссии. Ну или голову. Смотри, чем он придумывает. Ну ладно, мы это сделали. Молодцы. Умки до хрена. Ох, наконец-то свобода. Так, сегодняшние итоги. Мы с вами до чего добились? Киллер 25-33. Процентов 57. Ну хорошо. Сегодня мы с вами собрали несколько пакетиков. Осталось еще 5, если быть точнее. Потом мы с вами прошли довольно сложную миссию главаря балетов красных. А именно, обезвредили его тачку довольно долгим и муторным путем, но тем не менее, другого игра нам не предлагала. На связи был М. Кабанский, и мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание, увидимся с вами в следующих видео, что с вами в старом добром консервативном канале. Всем пока!